Так, ну вот, а сейчас я включил запись видео в истинное время. То есть, когда сейчас у нас 14 часов, где-то 45 минут, может быть 44. Вот. Я ненадолго это включил запись видео, чтобы было понятно, что вот таким образом можно записать то, что было несколько часов назад. Вперед время изменилось, значит, здесь YouTube не позволяет заглянуть в будущее, а вот прошлое мы можем увидеть. Вот сейчас истинное время показано внизу слева. Вот это было то, что несколько часов, значит, перед этим показывал я назад. Так, ну долго я это не буду снимать, здесь особого ничего не видно. Видно только, что хорошая погода, небо чистое, но очень сильный ветер. Ну, это гнездо находится на высоте где-то около, там, наверное, 20 метров, не менее, если не больше еще. Открытое пространство, вот, это верхушка ели высокой, вот она немножко видна над головой, и ветка влево отходит вниз, на которой часто вот самец садится. То есть мы видим, что погода хорошая, но ветреная. Так, ладно, заканчиваю я запись. Эта рыбка уже не видна, наверное, съели ее. И жизнь продолжается дальше. Перерыв.